Утро. Утро следующего дня. Утро это у нас 7 мая. Кое-что прочитаем и приступим. Очень важная вещь – это решимость. Вопрос, в какое время суток лучше делать медитацию? Я же говорил, вот смотрите, насколько все-таки современные люди не внимательны. Лучше всего, вот я лично буду делать, проснулся, выберите такое время, там перед работой, я понимаю, там многие работают. Чтобы это было, знаете, такое, что вы можете всегда сделать. Значит, вставайте раньше. Можете сказать, о, на работу идти и так далее. Вставайте раньше. Встали, сделали. Далее, перед сном вас никто не тревожит. Сделали, легли спать. Это два самых лучших времени. Идеально считается там чуть ли не в 4 утра. Но это же вы ж не йоги там высокой квалификации. Вот что я хотел сказать. Незаконно рожденный час назад написал. Рано стоит. Существует тысячи роликов про медитации, но нигде не говорится, что можно с помощью третьего зрения увидеть, чем нужно заниматься. Это... это было у меня. Поэтому я вам сообщаю свой собственный опыт. Вот когда я начал этим делом заниматься. Будет ли это у другого, я не знаю. Но у меня было так. Так, или начнешь заниматься в ближайшее время, как жизненная программа. Значит, гениальный Геннадий Петрович. Верно в простоте, сила, благодарю. Ну что? Да, и вот еще Валерий Бурмаркин. Да, Геннадий, вы разжевали на понятном языке нам разом. Вот это действительно за час можно рассказать все основное, вот чем я занимаюсь. Всех кехов, диспензов и прочих, а то полушария меняются местами от их высказываний. Сознание, подсознание, пространство, пространство. И невольно смотришь в потолок, стараясь его раздвинуть и увидеть звезды. И пространство в комнате расширить до вселенной. И засыпая, хохочешь сам над собой. Так что обязательно продолжайте вести эту тему. Будем кушать ее вместе с вами. Так вот, есть такое понятие, как решимость, решительность. Когда какое-то слово, какое-то там, будем говорить, прочтение, будем говорить, вас побуждает к занятиям. И вы это не откладываете там на какие-то там, начнется новолуние, начну там с новолуния, там, начну там со своего дня рождения, с Нового года и так далее, и так далее. Вот если вы решительны и решили для себя, что о, вот это действительно достойное занятие,
тогда вы начинаете заниматься сразу же. Я все свои занятия изодинамической гимнастикой записываю на видеокамеру. И там откладываю, когда я там вам выложу. Это хорошая и самодисциплина. Но мне просто вот, опять-таки, не то, что нравится, я чувствую, что вот это именно то, что может раздвинуть, так сказать, твои горизонты и привести к совершенно новым результатам. Точно так же и думаю записывать медитации. Это и самодисциплина будет. И, по крайней мере, можно будет видеть какой-то там прогресс и говорить о чем-то. Итак, ладно, меньше слов, больше дела. Для того, чтобы спина была ровная, если вы не можете, как я, старика, берете подушечку под спину, опа, поближе сели, садитесь так, как вам удобно, ноги и так далее, чтобы вы могли в комфортном состоянии высидеть как можно дольше. И вам это начинало нравиться. Итак, первое. Расслабиться. Будильник разбудил меня в 7:50. Сейчас тут 7. Сколько? 8, 8, 8 там с небольшим. Ну ладно. И видеокамера как раз все запишет. Значит, сели. Расслабились, отвлеклись от всего. Для этого закрывайте глаза, их поднимаете вверх, кончик языка к небу, это уже вас отвлекает. Руки свободны, очень хорошо расслабить шею, плечи, грудную клетку и всего. Но если вы этим занимаетесь, вы довольно-таки быстро будете уходить в это состояние. Ну и поехали. Итак, первый этап расслабления. Ноздри дышат одинаково, это хорошо. Спокойствие. Слушаю воробьев, которые там чирикают за домом. Важно расслабить лицо. Для этого должна появиться улыбка. Следите за дыханием. Оно спокойно через ноздри у вас втекает и вытекает. Шею расслабить, шею, плеч. То есть по мере расслабления вы так по телу своему умственно пробегаетесь и чувствуете, где напряжение, там еще... Поделайте движения какие-нибудь. Расслабьте дополнительно. Глаза, чтоб не бегали. Когда вы полностью успокоитесь, глазные яблоки и расслабитесь. Перестанут у вас там вот так вот делать.
сменил положение рук. В этом положении они лучше расслабляются. Границы тела потихонечку исчезают. И вы, как бы сказать, растворяетесь в пространстве. Это интересный феномен. Ничего там не расширяется, а лично у меня такое ощущение, как тело перестает существовать. Теперь начинается закладка программы. Вы расслабились, ничего вас не беспокоит, и вы начинаете вызывать те мысли, те образы, что вы хотите получить, кем вы хотите стать. То есть пошел момент концентрации. Здесь можно представлять, что на вдохе вы желаемое выбираете в себя, а на выдохе оно еще сжимается и как бы остается у вас где-то там в районе позвоночника. Но лично у меня так происходит.
невольно появляется сам образ. И вы начинаете напитывать этот образ ощущениями. У меня примерно так. То есть я концентрировался мысленно, вызвал образ. Следующая стадия пошла сама собой. Этот образ начал напитываться энергией. Энергия на вдохе-выдохе. И даже без вдоха-выдоха она как-то сама начала подтягиваться и уплотняться. Ну, такие у меня ощущения. Радость, радость должна быть внутри. Она должна возникать и, как бы сказать, вот вас заполнять с этим образом. Образом желаемого. Дыхание делается тихим и незаметным. Иногда оно может остановиться вообще. Вы не ощущаете границ своего тела. Кажется, их нет. Есть одна мысль, ощущение своего «я», к которому притягивается желаемое. Язык соприкасается с небом, глазные яблоки слегка подняты вверх.
интересно отметить, что дыхание еще стало более легким, как будто открылись еще какие-то два клапана. Такой, знаете, небольшой, такой пок-пок. И оно потекло еще свободнее через нос в организм. Но вы это все, весь этот процесс ощущаете так, будто вы дышите не носом и там диафрагмой, а у вас идет дыхание всем телом, то есть тела нет. Просто оно как-то расширилось, а потом сжалось, ну слегка. Возникает такое радостное состояние. Вот это состояние пускай у вас будет. И плюс вы еще мыслите о своем желании.
потихоньку появился дискомфорт в ногах, в левой ступне, что она там затекает. Естественно, это мешает. И можно на этом и закончить. Для начала это очень хорошо. Делаем вдох. Вызываем в ноль вновь ощущение. Открываем глаза. Стряхиваем с себя вот то, что как-то возникло. То есть ощущаем свое тело вновь. Такое состояние какое-то обновленное, освеженное. Ножки, кочережки. Распрямляем, немножко пошевелим, особенно это затекло. Важно не отходить от задуманного. Раз у вас такие мысли появились, значит, их воплощать. Хорошо. Несмотря на то, что я поспал, проснулся, вроде отдохнул, вот это вот занятие, оно дает особую какую-то свежесть. Туда дальше, это я уже со своего собственного опыта говорю, будет еще больше какие-то провалы. Провалы, можно сказать, в пустоту какую-то такую интересную, знаете, вот. То есть еще, можно так сказать, в более тонкие измерения. То есть одно мы с вами, будем говорить, от телесного должны переходить все более к тонким и тонким и тонким ощущениям, где как раз содержится сила, энергия, где содержатся вот эти вот, не то что мысли, образы, а где содержится вот та тончайшая энергия, которая вот как раз и обеспечивает желаемое. Ну, примерно как-то так. Так. Ножками подвигали. Хорошо. И, кстати, желательно делать медитацию, но не то, чтобы натощак. Потому что еда как-то отягощает вот эту вот область, и с дыханием будут какие-то проблемы. Поэтому утречком, пока вы еще не успели ничего съесть, и вечерочком, после того, как вы уже там до этого там покушали, как-то успокоились, и старайтесь не наедаться много, вот тогда будет очень хорошо. Легкость. Как только будете переедать, толка будет мало. Сейчас выложим.